Всем привет! Ребята, сорян за грустное видео, но многие пишут, где Тимка? И почему так долго не выходит видео у него на канале? Да, и почему я так тоже редко стал выпускать видео у себя на канале? Дело в том, что мы заболели. Ну, вернее, Тимка. Сейчас мы много посещаем ветеринара. Я постоянно занят с Тимкой. У меня нет времени на видео. Хоть я и стараюсь их снимать чаще. Ну, давайте по порядку. Многие пишут, какой прикольный сурикат и как круто бы его завести себе. Ребята, подумайте об этом 100 раз. Это большая ответственность. А сурикаты вдвойне ответственность. Они шустрые, постоянно любопытные, лазят везде, где только можно. А еще они очень неуклюжи. Прямо как панды в видео. Могут играться с хвостиком на краю дивана и тут же свалиться с него. Ну как так можно? Сначала это мило и смешно. Но потом, когда ты смотришь на снимок в больнице, и тебе говорят, перелом лапки, ушиб 7-го позвонка, и твой сурикат не может ходить, это вообще не весело. И тебе нужно постоянно носить его на руках и держать заперти в клетке, ведь ему нельзя бегать, возить каждый день в клинику на уколы. А еще нужно сильно следить за рационом. Сурикаты в неволе должны потреблять особую пищу с огромным количеством витаминов и кальция, которые они не могут усвоить без ультрафиолета. Да-да, в нашей стране, где солнце всего пару месяцев в году, и сурикат, который без солнца не может жить. Вот такой компот. Подумайте много раз, подумайте. Ведь условия для его здоровья придется создать немаленькие. И содержать это очень дорого. Мой сурикат — это подарок. Подарок жизни. Подарок от близких мне подписчиков. Это моя жизнь и моя ноша. Я люблю его и буду с ним всегда, но он не игрушка. Не покупайте сурикатов, пожалуйста.